Злая псина. Красным отмечено. Эй, парень. Стопэ. Пантеяк GTO, то, что пойдет. Бабуль, вам не... Поздновато ли на маслкаре разъезжать? Ну что делать будем? Гонки я все прошел. Далеко нахожусь от всего вообще. Наверное, надо переключиться на майку и не парить все мозги. Ну что ты там с проститутками отжигаешь? Молодчик. Молодчик. Он реально, что ли, с проститутками отжигал в мотеле-то? Норма, норма, вообще, чуваки, класс. Все, жизнь удалась. Стопэ, пришла твоя пора страдать. Эта тачка не подходит к твоему цвету сапог. Но ты еще и не кабриолет, скотина, а? Ты меня разочаровываешь. Ладно. Я вообще хотел посмотреть, что у меня там с финансами. А в мастерской, наверное, можно сделать кабриолет. Минус 157 кусков. Господи, да чё у вас за дела-то с этим совсем? Вы меня начинаете напрягать, господа. Тревор, ну чё ты скажешь? Что ты скажешь этим лохам? Ты-то по-любому стал богачом, а? А теперь самое время проверить бумаги. Какой человек за бортом. Ламар, эй, псих, ты меня пугаешь, но вроде ты норм кореш. Надо перетереть, когда с Франклином или без, пофиг. Окей. Оказывается, что-то приходило. Ну я тысячу баксов уже заработал на этом Animal Ark. Ну 1666. Потерял на слотер. Пипец какой-то, а. Новость дня. В самом роскошном ресторане Лос-Сантоса продают холодный салат за 10 тысяч баксов. Богатые жители Лос-Сантоса постоянно пребывают в поисках гастрономического чуда, но многие уже нашли его. Знаменитый шеф-повар Майкл Ли Рун уже прославился как автор пончиков с бриллиантами. Сейчас же он превзошел самого себя, приготовив салат за 10 тысяч баксов. Комментируя протесты собравшихся у ресторана людей, Рун сказал, что сочувствует неимущим и голодным, но полностью игнорирует их защитников, особенно тех, кто утверждает, что Рун поощряет избалованных кретинов, швыряющихся деньгами, которые можно было бы потратить разумнее. Этот город... где торжествует самодовольство, суетность и салат, разве нет? Язвительно заметил Рун. Понял, придурок, это город, где торжествует салат. Куда ты там пропал уже, а? С этими людьми нельзя иметь дело. А он, кстати, пристань Майкла, которую я неосмотрительно купил, вместо того, чтобы потратить все это дело на бизнес. Че у тебя вообще по баблу, парень? Один из косарей. Боюсь, что этот джип не улучшишь за 11 косарей. Да этот джип полный хлам. Надо что-нибудь такое конкретное купить. Может быть, что-нибудь у тебя есть в заданиях, нет?
Не похоже. Карта, ну не тормози, алю. Так, давайте-ка сделаем секунду перерыв, меня тут отвлекает. Так, ну что, продолжаем. Ну что, куда едем-то? Куда едем-то? Кроме задания-то ничего не остается. Поехали на задание. Пожалуй-ка я возьму другую тачку. Это меня напрягает. Да стопэ, парень. Нужна твоя точила. Будь добр-ка, выпирайся-ка из машины. И валяйся на асфальте, пока не приедет скорая или труповозка. Так, что-то экран мигнул. Как будто кто-то был, но в итоге никого нету. А, нет. Чё так? Ты что ли? Так... Да ты задолбал! Ты же не встанешь еще раз, а? Упс. Но это уже не важно. Я же крут. Я спаситель всех бедных. Ну, точнее, богатых. Раз их грабит. Хотя и бедных грабит тоже, но... $50. Заработал 50 баксов. Все, я богат. Дверь-то закроешь? Ладно, сама закрылась. Вот этот цвет. Ладно, погнали дальше. Что-то у меня корма испачкалась. Да-да-да, мне действительно очень жаль. Куда? Кому-то явно надоело жить этой ночью. Лезут по... мне под колеса. Тачка себя повела не так, как я ожидал. Ну, вроде не сдох. И то ладно. We're straight. Oh, absolutely. Yeah, yeah. You killed people, you tortured. Here's Trevor. Great! Looky, looky, huh? Bunch of government shitbags and their favorite stoolie. What's he been telling you? Oh, he just said how you guys were happy to help the government in any way you can. Oh, really? Huh? Because I was told that if we helped out with that thing, which we did, then our past indiscretions would be forgotten in a haze of patriotic fervor. Who told you that? Did I tell you that? I'm in charge here, Fruity. Me! You understand? Not quite. Well, can you explain that again? What I was saying... Oh, you're good. The three cunts. Listen, we need help with something else. Some of the government, some of it is pretty corrupt. not your bit, right? Yes, but we're corrupt in a good way. But the agents, they want to encourage panic so they can guarantee their budgets. That's how they get paid. It's a major problem. And now they've secured some funds that we need to use in our fight against crime as a way of bribing corrupt officials. Really?
And where are they getting that from? Drugs. Those bastards love to sell drugs. Who doesn't? We think they're gonna use this money to finance a war on our streets. And we need you boys to requisition that money for us. The bonds are leaving the terminal in an armored car. Yeah, fuck you, Dave. We don't have time to prepare the right way. Я профи в деле ограбления инкассаторских автомобилей. Угонял, просто открывал двери. Fuck you, Dave. И т.д. и т.п. Nice work, Slick. И даже один раз взорвался прямо в нем. I got it. Classic blitz play. It's an industrial area, right? So I'm thinking vehicles. Trash truck to block, tow truck to sack them. We get some disguises, and we're golden. We just gotta hope like hell. Вы что, решили действовать как в фильме «Схватка» с Аль Пачино и Де Ниро? We deal with it. If and when. If and motherfucking when. I will keep my eyes peeled, General. Thank you, Michael. Hey, no problem. No, really. Покиньте сектор. Ну не на этом же ведре, а, ну. А что будет, если... ладно, я не хочу рисковать. К черту! Любопытство! Куда едем-то? И чё за Дэйв? А? Guys, a few more details. We'll need boiler suits and masks for this job. Garbage truck. Let's get one from your park. Bring it back to the lot. And there's an auto repair place by the airport where we can get a tow truck. What else? Oh yeah. Get away. That would be nice. Get something fast and discreet. We park it off the road, a good distance from the lot. And make sure it ain't near something we'll crash into driving off. That's it. All right, man, I got you, dawg. What? Huh? I missed that. Maybe shout a little louder? Bite me. Я уже достал мусоровоз. Какой я прыткий, а? Вы просто не поверите. Я просто уже достал мусоровоз, пока разговаривали. Из участка ФБР нужно выкинуть весь... Все вообще просто, поэтому потребуется мусоровоз. Просто за 5 секунд мусоровоз. Нормально. Можно и музон послушать в честь такой искрометной победы. Майкл-то где? Также вам необходим транспорт для отхода. Санитейшн трюк там сейчас, так что не беспокойтесь.